шипами или без, красные или малиновые. Сегодня выбрать цветы для букета несложно. Мужчины по традиции заказывают своим половинкам розы, а вот женщины куда более креативные. Сыр, сало и даже булочки. Все это не просто продукты на столах крымчан, а и элементы декора современных букетов. Моя постоянная клиентка заказала для своего зятя. А так как они не пьют алкоголь, этот букет безалкогольный, но очень колбасный, сырный, насыщенный. Здесь помидорики черри, охотничьи колбаски, кнуты, перец красный, лимоны, зелень горчицы. Вкусно, красиво и даже полезно. Съедобный букет выбирают не только для взрослых, а и для детей. Используют его и в качестве украшения праздничного стола. Вот одна из композиций, которая включает в себя яблоко, сливу, гранат, хлопок, розу и калину. И это еще не все ингредиенты, из которых можно создать креативный букет. Классика всегда в моде, а вот желание подарить что-то необычное у клиентов появляется ближе к праздникам, уверяет Виктория Бакальчук. Девушка более 3 лет занимается доставкой цветов и подарков. Очень много девушек были с запросами, особенно на 14 февраля. К страстным подаркам, как дополнение на 23 февраля, были с запросами что-нибудь этакого, но побрутальнее, да? То есть время брутальности пришло, перец пошел в свое действие. Очень удобно, максимально бюджетно для девчонок. Экзотические фрукты, инструменты и даже носки. В одиночестве каждый из них банальный подарок. Но даже их можно превратить в оригинальную композицию, если подойти к делу с юмором. Ирина Берилюк, Артем Баранов. Утро нового дня.